Мы сейчас делаем ревизию таких вот памятных объектов без привязок к фамилии. Это вот эту работу надо этим сезоном все сделать, к столетию. А теперь вот к теме уже могил, будем так говорить. Для меня вообще такая достаточно трепетная вещь. В любом раскладе, типа, конечно. Типа, вообще, между прочим, знаете, вот не только в могилах речь идет. Я сейчас вот сегодня разговаривал с директором кладбища Решатом. Это у него хорошее отношение, он помогает там. Да все время туда ездит. Да. Ну, потому что ветераны Камгосрана строя сегодня каждый день, каждую неделю уходят. Вот вчера только Байкова похоронили. Это ветеран, один из ветеранов строительства КАМАЗа. Спецгэм есть, который монтировал 16 агрегатов Нижнекамской ГЭС. Это уникальные люди, таких людей уже нет на этом свете. Там же микронами, и они организовывали это, 16 агрегатов монтировали вовремя. И сейчас это предприятие живо существует, работает. Там Руденко Александр Леонидович командует, это его воспитанник, это Байкова. Да. И они сейчас тоже занимаются ремонтом вот этих агрегатов. Там же у нас каждый раз один агрегат на ремонте находится, другой еще готовится. Все агрегаты, 16 агрегатов. Ладно, хорошо, Байков, да, закончим. Вот Байков тоже вчера тоже вот похоронили. Вот, ребята, вот смотрите, какая вещь. Вот сейчас пройдем, памятники достаточно ухоженные, но некоторые космического ремонта требуют. Это вот, можно сказать, кладбище, где основные вот персонали собраны. Но очень много их на Орловском кладбище. В любом раскладе есть какие вещи? Приезжай со всей страны. Люди стали знаменитыми, всю жизнь отдали работе, на семью времени не хватало. Там разные обстоятельства бывают. Если, допустим, у него не было детей, родственников не было, ну вот это уже как бы должно переходить, я считаю, на обслуживание города, да, например, в структуре жилкомхоза. Там, где есть родственники, ну это обязательно. Но если они не исполняют свое, как бы обязательства перед более умерших или же памяти их. Тут опять-таки надо. Мы еще одну вещь хотим сделать вот в рамках подготовки к столетию. Пройти, проревизировать основные вот знаковые такие могилы, уж по крайней мере хотя бы субботник сделать, родительский день, другой день. Это все надо делать.